Две новые специализированные машины поступили в распоряжение огнеборцев. Это позволит сделать работу североказахстанских спасателей более эффективной. О достоинствах противопожарной техники узнавал Денис Сивков. Ключи от этих автомобилей спасателям вручили в столице республики Астане. Сегодня они уже пополнили парк местного ведомства. Машину здесь называют вездеход-болотоход. Ее используют в специальных противопожарных миссиях. Данный автомобиль предназначен для доставки личного состава в труднодоступные места. То есть это снежные заносы, либо это болотистая местность. А также вывоз пострадавших, либо спасаемых людей и с труднодоступных мест. Отличительная особенность вездехода – шины сверхнизкого давления. Они позволяют машине передвигаться более плавно, при этом не нарушая структуру почвы. Единственный минус болотохода – его максимальная скорость – 70 км в час. А этот автомобиль с виду обычная «Газель» – передвижная пожарно-техническая лаборатория. Автомобиль сделан на базе «Газель» повышенной проходимости, имеет автономный источник питания, подключение к промышленной сети, также и работать автономно. Все оборудование, находящееся в данной лаборатории, предназначено для работы более 5 часов в автономном режиме. Данный автомобиль состоит из 3 отсеков: водительский отсек, отсек лаборатории и грузовой отсек. Кроме того, передвижная лаборатория укомплектована дополнительным оборудованием, которое позволит работать и в ночное время суток. Передвижная пожарно-техническая лаборатория предназначена для доставки специалистов и необходимого оборудования на место происшествия. В салоне автомобиля есть все, чтобы досконально изучить причину пожаров. Кстати, такая машина первая в пожарной службе нашей области. С такой техникой работа станет намного эффективнее, говорят североказахстанские спасатели. Денис Сивков, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.